Всем привет! Есть ли среди зрителей олдскулы? Помните, что называли пятым элементом в одноименном фильме Люка Бессона? Лилу Даллас мультипас. Давайте я помогу вам. Вода, воздух, земля, огонь. А пятый какой? А вот пятой стихией, конечно же, была любовь. Что ж, не только создатели киноленты вдохновились античной средневековой философией. В британской школе-пансионе, о которой я вам сегодня расскажу, дома тоже носят название четырех стихий мироздания. Ну а пятая, спросите вы, конечно же, любовь к знаниям. Представляю вашему вниманию Джевель Али Скул. Причем, хоть школа и британская, но находится она в Дубае. Но зачем учиться в Дубае, спросите вы? Разве в Великобритании и США не топовые школы? О, поверьте, здесь нет однозначного ответа. Но чтобы во всем разобраться, как раз есть мы, Мариади. На наших бесплатных консультациях вы можете задавать абсолютно любые вопросы, которые касаются зарубежного образования, а также переезда в другую страну. Без ограничений. Ссылку, по которой вы можете оставить заявку, я оставляю в описании к этому ролику. Ждем. Ну а теперь приступаем к обзору уникальной, неповторимой и британской школы в Эмиратах Джебель Али Скул. Погнали! История этого учебного заведения началась достаточно давно, в 1977 году. Поэтому Джебель Али Скул считают одной из старейших школ в Дубае. Изначально здесь учились дети экспатриантов, которые участвовали в строительстве порта. Прошло время, проект был завершен, а начальная школа Джебель Али осталась. Ну а в сентябре 2016 года она переехала со своего первоначального места в район Дамакхиллс Акоя. Вот так вот маленькая деревенская школа стала ведущим учебным заведением для получения среднего образования. И под девизом «Ставить студента на первое место» вот уже 45 лет эта топовая школа в Дубае развивается и совершенствуется. Так, в 2021 году открылся прием в выпускные классы перед университетом. В прошлом году это учебное заведение присоединилось к Talim Group, одной из ведущих ассоциаций в области образования в Эмиратах. Современный кампус школы несколько непривычен для нашего зрителя. Он расположен в многоэтажном здании. Подобные вы могли увидеть в некоторых школах Испании или Швейцарии, эдакие гранд-отели. Но классы здесь просторные и, внимание, инновации, некоторые с выходом на улицу. Джебель Али Скул оснащена современными научными лабораториями, цифровыми технологиями и виртуальными кабинетами. А вот для занятий музыкальным, танцевальным и театральным искусством предусмотрены специализированные студии. Кроме того, есть две библиотеки, учебные зоны и комнаты. Все это помогает как в индивидуальном, так и групповом обучении. Да и вообще выдает в Джебель Али Скул такого богатенького буратино, ну, в принципе, как и положено в Эмиратах. В настоящее время в этой британской школе-пансионе учатся около 1500 подопечных. И это достаточно много. Но интересно, что большинство ребят переехали в Эмираты из Великобритании. Хотя детей из других стран хватает с лихвой. Я с уверенностью могу сказать, что это учебное заведение в Дубае можно по праву считать мультикультурным сообществом. В нем, между прочим, представлено более 50 национальностей. Разношерстному составу соответствующий подход. В обучении преподаватели данного учебного заведения используют целостный подход, который действительно раскрывает уникальные таланты каждого. Образование в этой топовой школе представлено в классическом британском стиле и основывается на национальной учебной программе Англии и Уэльса. В младших классах средней школы ребята изучают математику, английский язык, естественные науки, арабский язык, исламоведение и обществознание. Также на выбор студентов предлагают французский или испанский языки. А вот в старших классах студенты выбирают свои варианты предметов в дополнение к основным. Например, бизнес-исследования, информатика, технологии дизайна, драматургия, экономика. В общем, очень-очень много вариантов. Не забываем, что ученики этой топовой школы неизменно посещают различные кружки и клубы по интересам, включая робототехнику, дизайн и медиа, а также музыкальные, театральные и спортивные сообщества, но об этом я еще расскажу. Кстати, расписание 6 класса отличается от средней школы. У выпускников есть только 2 занятия с репетитором в неделю. Так подопечные могут больше времени уделять самостоятельному обучению. Помимо этого, день у школьников 6 формы начинается не ранним утром. Почему, спросите вы? Дело в том, что согласно исследованиям, выработка мелатонина, гормона сна, у подростков наступает намного позже. Поэтому они часто не просыпаются до 8 утра. И в Джебель Али Скул учли это. Ну, может, и какие-то пустынные биоритмы. Так что да, обучение в этой школе очень гибкое. Но в особенности это относится к выпускным классам. Воспитанники могут выбрать для изучения комбинацию предметов BTEC и одного предмета A-Level, или до 4 различных предметов A-Levels. Если вдруг вы не знаете, что это за BTEC такой, можете считать это курсовой с практическим уклоном. Все это очень пригодится для старта успешной карьеры, подготовку к которой, кстати говоря, ученики этой частной школы в Дубае начинают аж с 9 класса.
А помогают им в этом не только преподаватели, но и специально обучающие программы. Например, варианты стремления. Работает это так. Старшеклассники встречаются с консультантом, чтобы обсудить свои возможности. Специалист, в свою очередь, советует подопечным определенные курсы и поддерживает учеников на каждом этапе. Благодаря этой программе ребята осознанно и, что немаловажно, уверенно устраиваются на работу или поступают в университет. Кроме этого, у воспитанников есть доступ к онлайн-платформе Unifrog. Там производятся отчеты об успеваемости, знакомство с профессиями и создание студенческих заявок в ведущие вузы мира. Помимо этого, в топовой школе в Эмиратах организуют встречи с представителями университетов и профессиональными экспертами. Они рассказывают ребятам о доступных курсах, а также развивают навыки и качества, которые необходимы при трудоустройстве. Особенно активно студенты посещают встречи и участвуют в дискуссиях. И на самом деле подобных программ в Jebel Ali School довольно много. Например, Study Skills помогает ребятам обрести уверенность, знания и независимость. Как в личном, так и в академическом плане. Ученики приобретают опыт и знакомятся с технологиями. Также определяют эффективные стратегии обучения, методы исследования и пишут эссе. А знали ли вы, что в Jebel Ali есть позитивная образовательная программа? Да-да, вы не ослышались. Thrive сочетает академическое обучение с развитием характера. Рецепт этого курса прост. Море оптимизма, жизнестойкости и внимательности. Так в Jebel Ali School в Дубае учат ребят брать ответственность за свое счастье. Да-да. Кроме этого, в этой топовой школе в Эмиратах разработали индивидуальную программу, которая основана на концепции PRMH из области позитивной психологии. Она включает в себя 6 основных элементов. Положительные эмоции, вовлеченность, взаимоотношения, значения, достижения и здоровье. Думаю, эта школа создала рецепт счастья. И, похоже, про пятый элемент в начале видео я упомянул не случайно. Вам так не кажется? Впрочем, о таких вещах лучше говорить на языке творчества. И с ним здесь более чем все хорошо. Все-таки это британская школа. Свобода самовыражения, возможностей и исследований. Вот так бы, пожалуй, я описал атмосферу, которая царит в Jebel Ali School. Креативное искусство включает в себя фотографию, искусство и технологии дизайна. А вот исполнительское — драму, танец и музыку. Предметы изучают как дополнительно, так и на профессиональном уровне. Ребята сдают экзамены по GCSE и A-Level. И для этого в Jebel Ali School созданы все условия. 2 театральных зала со световым и звуковым оборудованием, 5 отдельных комнат для занятий музыкой, 2 художественных зала, фотолаборатория, мастерская по дизайну и технологиям, и маки от Apple буквально везде. Другой незаменимый аспект внеклассных мероприятий в Jebel Ali School — это поездки. В этой британской школе-пансионе в Эмиратах ребята часто посещают различные музеи и галереи. Они представляют родное учебное заведение на региональных и национальных конкурсах. Например, на Dubai Desert Dance. Что же касается физической культуры и спорта, то скажу вам с уверенностью. В Jebel Ali это важная часть школьной жизни. Учебная программа по этому направлению сбалансированная. Детям предлагают на выбор разные спортивные направления. Гимнастика, плавание или легкая атлетика. Кроме основных занятий есть и другие. Например, фрисби, черлидинг, водное поло или гандбол. Ну а для тех, кто решил связать свою жизнь со спортивной карьерой, в Jebel Ali School предлагают курсы GCSE и A-Level. Кстати, команды этой топовой школы в Эмиратах участвуют в различных фестивалях, еженедельных исторических турнирах по всему Дубаю. Стоит отметить, что учебное заведение тесно связано с крупнейшей спортивной организацией региона. Поэтому ученики каждый год участвуют в таких видах спорта, как акватлон, регби, футбол и баскетбол, а также нетбол, крикет и бадминтон. Ко всему вышесказанному добавлю, что по программам GCSEP и LLP ребята изучают широкий круг тем. От спортивной психологии, диеты и питания до анатомии, физиологии и физической подготовки. Что ж, вы согласитесь, что в Jebel Ali в Дубае придерживаются целостного и гибкого подхода? Думаю, что ответ очевиден. Об этом свидетельствуют и результаты выпускных экзаменов. Так, в прошлом году 85% воспитанников получили оценки A-Star-C по GCSE. Ну а теперь добавьте сюда здоровую конкуренцию в рамках системы домов. Получить баллы можно за положительный вклад и выдающуюся работу. Их начисляют даже на домашних мероприятиях. Например, конкурс по фотографии, музыкальной постановке или соревнования по плаванию. Благодаря такому подходу и системе Pastoral House, школьники учатся работать сообща, а самое главное — развивать коммуникативные навыки. И напоследок отмечу, что в этой топовой школе в Дубае предлагают побороться за приз герцога Эдинбургского. Кстати, совсем недавно подопечные Jebel Ali вернулись из Вьетнама. Невероятные приключения и школьные воспоминания на всю жизнь. Примерно такими словами описали поездку ребята на своей страничке в Инстаграм. И это действительно так. На всех фотографиях подростки улыбаются. А это значит, маленькое путешествие прошло на ура. За это время студенты научились готовить традиционные вьетнамские блюда,
помогли построить дом с нуля для местной семьи. Вот это поворот. Безупречно справились с препятствиями в походе вокруг горы Лангбьянг, Далати и многое другое. И вот все это как бы намекает. Jebel Ali School – классная школа. Ну, это правда, вот только крутых британских школ в Эмиратах хватает. А значит, у вас точно разбегутся глаза и потребуется помощь. Не торопитесь с выбором и задавайте вопросы на наших бесплатных консультациях в Мариаде. Да, и если вас просто интересует стоимость Jebel Ali School, мы тоже с радостью ответим. Просто оставляйте заявочку по ссылке в описании. Ну а вы пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Просить о таком — это вообще-то мое законное право. Пусть канал будет большим, ну а ваша мечта о зарубежном образовании исполнится вместе с нами. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. До встречи, друзья, на нашем канале и пока!